Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт по рецепту, созданному более 100 лет назад, Париж-Брест. Пралине. Миндальные орехи залью кипятком и оставлю на 10 минут. Очищу от кожицы, порублю и обжарю до золотистого цвета. Сразу пересыплю на доску и полностью остужу. Сахар соединю с водой, поставлю на огонь и проварю, не размешивая, до золотистого цвета. Добавлю орехи и хорошо перемешаю. Распределю по бумаге для выпечки тонким слоем. Застывшую массу разломаю на мелкие куски и измельчу. Пралине можно хранить в закрытой таре при комнатной температуре. Тесто. В кастрюле соединю воду, молоко, соль и сливочное масло. Поставлю на огонь и доведу до кипения. Добавлю просеянную муку и интенсивно размешаю, пока масса не превратится в ком. Переложу в миску. Яйца комнатной температуры размешаю и в два приема добавлю к тесту, хорошо размешивая после каждого добавления. Тесто переложу в кондитерский мешок. На бумаге для выпечки с нарисованным шаблоном диаметром 13 см сформирую три кольца. Пузырьки уберу зубочисткой. Сверху смажу яйцом и посыплю нарезанным миндалем. В разогретую до 180 градусов духовку ставлю противень на средний уровень и выпекаю 40 минут. В боковых частях заготовки проколю дырочки, верну в духовку, убавлю температуру до 160 градусов и продолжу выпекать 15 минут. Полностью остужу. Крем. Желтки соединю с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом. Размешаю в однородную массу. Залью, помешивая доведенным до кипения молоком. Верну на огонь и, постоянно размешивая, проварю массу до загустения. Перелью в миску и, периодически помешивая, полностью остужу. Масло комнатной температуры собью в течение 5 минут. По ложке добавлю остывший крем, тщательно взбивая после каждого добавления. В завершение добавлю пралине. В мешок установлю насадку звездочка и наполню кремом. Корж разрежу пополам и заполню кремом следующим образом. Торт поставлю в холодильник на 2 часа. В крем можно добавить свежие ягоды или кусочки фруктов.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».